косметологу обычно приходят женщины с какими запросами? Я хочу красивую кожу, красивые волосы, красивые ногтевые пластины. И вот в данном случае у нас появился вот такой новейший препарат, который называется Prima Lady, и он объединяет в себе три шага к красоте. Прием осуществляется по таблеточке. Утро, обед, вечер. И здесь у нас прекраснейший комплекс, который объединяет 13 витаминов, 6 минералов и комплекс. А в этом комплексе есть и гиалуроновая кислота, коэнзим Q10, здесь есть омега, здесь у нас есть изофлавоноиды сои, а это тот препарат, который имитирует действие наших половых гормонов, эстрогенов. Здесь обязательно входит таурин и льняное масло. То есть у нас вся комплектация из того, что я рассказывала ранее, есть вот в этих трех бутылочках. Почему есть такое распределение именно трех баночек? Потому что некоторые витамины мы должны принять, скажем так, утром и получить заряд бодрости и энергии. Мы в обеденный перерыв принимаем те препараты, которые способствуют расщеплению жиров, белков, углеводов, потому что обед у нас предусматривает, ну, скажем так, и принятие пищи более плотной и в большем количестве. И вечерний прием – это те препараты, которые в ночной период времени будут оказывать действие. Если я рассказывала, что есть препараты по отдельности, витамин С, есть омега-3, омега-6, есть кальций, вот здесь вот есть все. И вот такой комплект, он очень удобен для применения женщиной любой период времени, независимо от времени года. Но, к сожалению, одного месяца будет недостаточно. Чтобы этот комплекс хорошо проработал, необходимо применять не менее 3 месяцев для менструирующих женщин, а не менструирующих на регулярной основе для поддержания их гормонального статуса. И женщина, принимающая данные виды препаратов, будет и чувствовать себя моложе, и выглядеть гораздо лучше. На кожной поверхности это проявится молодостью, красивым цветом. Волосы меньше будут выпадать, также будут красиво блестеть. Ногтевые пластины не будут разрушаться, и будет усиленный рост ногтевых пластин и волос. То есть это тоже достаточно радует, потому что мы знаем, что с возрастом у женщин происходит лысение, и нам необходимо ухаживать за этой зоной и давать возможность стимуляции роста волос, ну и также, конечно же, угнетать появление пигментных пятен. А здесь есть и средства, которые будут регулировать через внутреннее применение дисфункцию образования пигментных пятен на коже. И будут уменьшать количество кератоза на поверхности кожи актинического вследствие приема омеги-3 и омеги-6, которая при регулярном применении будет давать нам собственный SPF-фактор на коже. Это тоже очень важно.